Всім привіт! Це «Хроніки війни» з Тетяною Поповою. І сьогодні ми будемо говорити про 41-й день війни з Олексієм Арестовичем, радником з питань стратегічних комунікацій Офісу президента України, а тепер ще й підполковником. Привіт, Олексій! Привет. Алексей, первый вопрос к тебе, конечно, обстановка на фронте, прежде всего, Волынская область. Правильно я понимаю, что уже идея о том, что они будут идти вдоль границы Украины и Польши из Бреста вниз, себя не оправдывает, да? Они, скорее всего, этого делать не будут. Нет, в Бресте есть концентрация войск, но там один из общевойсковых полигонов белорусской армии, они там постоянно находятся, и, может быть, да, создается впечатление, что они начнут нападать. По нашим данным, более 60% белорусских солдат и офицеров категорически отказываются воевать в Украине. И главный аргумент, который Лукашенко выставляет Путину, звучит так, что они просто перейдут на сторону украинцев, либо отдадут вооружение и технику. Таким образом, бросив белорусскую армию против нас, они только пополнят украинские войска. Путин явно этого не хочет, воспринимает это как серьезный аргумент. И хотя попытки давления не ослабевают, но вероятность вступления белорусских войск в войну против Украины, ну, крайне низка. Следующий вопрос. А что происходит с Ровенской и Житомирской области? Они вышли оттуда полностью? Остались только обстрелы по городам или есть что-то еще? Там можно не волноваться ни за что. Единственное, что ракетные обстрелы там будут продолжаться, скорее всего, до конца войны, как и по всей территории Украины. Киевская область. Правильно я понимаю, что здесь наши войска уже полностью вышли на границу и освобожден даже Чернобыль? Наши войска вышли на границу в Чернобыльской зоне уже вчера. Позавчера даже были наши войска, уже флаг над объектом укрытия, и на Чернобыльской АЭС, и десантники на границе, и даже пограничники возвращаются уже на границу. Черниговская область. По-моему, или губернатор, или мэр сказали о том, что в Чернигове тяжелая обстановка, но при этом я видела заявление губернатора Сумской области, где он сказал о том, что украинские войска уже вышли на границу Сумской области и России. Что все-таки в Черниговской области происходит? Сумской вышли, но оттуда раньше началось наступление, раньше даже, чем они объявили выход из Киевской и Черниговской, потому что Сумы, это, ну, все у нас города-герои, но то, что исполнили Сумы, практически не имея военных подразделений, имея только тероборону, остановили элитные танковые дивизии российской армии, это, конечно, подвиг воспетый в веках. Так вот, Сумы отбились раньше, не просто отбились, они устроили партизанскую войну, которая вырезала им снабжение, и они свалили оттуда раньше, чем успели декларировать выход из Киевской и Черниговской. По Черниговской стреляют артиллерию. Они очень странно выходят. Они наземными частями отошли, артиллерия осталась. Но их сейчас там дорежет наш спецназ, эту артиллерию, и выйдут части механизированной, тероборона, и тоже закроем вопрос. А из Чернигова, да, пытались сделать второй Мариуполь. Там был период, недели две подряд, когда гибло и было ранено по 200 гражданских в день. Харьков и Харьковская область. Продолжаются бои. Твой прогноз, что будет дальше? Россия продолжит наступать? Харьков и область. Значит, на север и на северо-восток и восток там немножко подвинули товарищей. А вот запад и северо-запад — это Купинск и Валуйки. Это железнодорожный узел крупный, откуда они заводят резервы и бросают на Изюм, то есть на юг Харьковской области. Вот. И там идет тяжелая возня, потому что это место, с которого они собираются со севера окружать наши войска в зоне ОС. То есть там концентрируются силы, там тяжелые бои. Но группировка в Харькове, и по Харькову до сих пор ведется огонь артиллерии, но это тоже как бы... Харьков точно не возьмут, Харьков точно отобьется, тут важнее, что южнее Харькова произойдет, потому что главное усилие, на которых россияне концентрируют, это окружение наших в зоне ОС. А что с Изюмом, Алексей? Вот от Изюма как раз на юго-запад они пытаются бить. Сейчас там пауза, потому что они собрали там сборную солянку войск, там и менты, и... российские, и Росгвардия, и пожарники, и железнодорожники, и десантники. Часть это подразделения, которые уже месяц в боях, и так называемые ЛНР и ДНР. Часть подразделений, которые месяц в боях, часть, которые только прибыли из России, и там даже величайший военный ум, поставив его туда, все равно очень быстро это не разгребет. Они трижды уже переносили сроки начала наступления, и будут переносить еще больше, потому что невозможно все это стадо причесать, построить, наладить взаимодействие и кинуть в атаку. Изюм они взяли, и это было усилие, после которого они сдохли, и теперь им нужно переформирование, дополнение. Поэтому и поехали части из самой России, там немножко, последних оставшихся, чтобы усилить это направление. Луганская область. Если смотреть по карте, которую публикуют и наши западные партнеры, и уж тем более россияне, много достаточно территорий захвачено, идут бои. Какая вообще там обстановка? Луганская область очень уязвимая была, потому что заход со стороны Сватова, условно говоря, это голая степь, заходи не хочу, россияне сразу зашли, там невозможно было обороняться. Но мы удерживаем часть Луганской области, где-то 20,
5% ее, и это как раз рубежная Лисичанск, Северодонецк, Попасная. Там поистине героические бои ведут наши войска, и они, да, они даже в контратаке ходят. Вот позавчера ходили в контратаку, набили там приличное количество россиян, техники взяли пленных. То есть там стоят наши ребята и не думают сдаваться, хотя делать им это очень тяжело, они окружены с трех сторон, с четырех. Донецкая область и, прежде всего, конечно, Мариуполь. Что там сейчас происходит? Значит, Донецкая область — это зона, где они пытаются подрезать с юга, думаю, Угледар и выше. Там линия Угледарская, это сам, точнее, Угледар и Маринка. Вот они пытаются оттуда наступать на север, навстречу Изюму, чтобы замкнуть кольцо окружения. Но у них там тоже не очень выходит, им там сильно взгрустнулось. Хотя вот уже третий день они пытаются возиться, но это пока не оперативного уровня наступления, тактическая возня. Мариуполь. Мариуполь — это уличные бои тяжелые. Наши войска удерживают там капитальные районы типа старых заводов, которые взять очень-очень непросто. По информации, которая у меня есть, а у меня там непосредственно родственники воюют в составе наших ребят, да и в принципе я знаю военную обстановку, застопорилось наступление противника и в Мариуполе. Они тоже подвыдохлись в этих бесконечно тяжелых боях, и для того, чтобы двигаться дальше, им нужно снова приходить в себя. То есть и там даже пауза определенная существует. Конечно, это не то, чтобы совсем не стреляют. И стреляют, и ведут тактические действия, но нет то, что называется мощного наступления всеми силами, которое радикально призвано решить проблему наших войск. Нет такого. Ну и юг Украины, Запорожская, Николаевская, Херсонская область. Что там и какие прогнозы? Запорожская, значит, наши действия, определенные тактические действия ведут на юг и юго-восток от Запорожья, которые поджимают противника и, в частности, не дают ему перебрасывать новые резервы под Мариуполь. То есть там мы проактивны. Что касается Херсонска, они прочно стали в оборону и давно стали в оборону. И удерживают очень небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Проблема в том, что там перерезанная ирригационными каналами местность, через которую очень трудно наступать, очень. Форсировать, перебираться нашим войскам, это все крайне нелегко удается, но тем не менее. Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Мало, это об этом мало кто знает, но они, как бы я тебе специально говорю, они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе, как среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон, кстати, будет освобожден завтра, но тем не менее. В Николаевской области вообще нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской. Одесская область. Будут попытки захвата или высадки, или только ракетные обстрелы, как в принципе во всей остальной Украине? Ничего не будет. Вся активность Приднестровской армии, так называемой в кавычках, которую там пытаются мутить россияне, это как раз, чтобы одесские части не перебрасывались в направлении Херсона. Постоянно создавать угрозу. И вообще, проблема этого гадюшника давно пора было бы решить. Но тут позиция некоторых европейских стран, скажем так, скорее мешает, потому что мы давно готовы. Вот, поэтому, да, она не способна угрожать. Это армия ПМР с этими 1400 несчастных российских военных, которые там сидят. Но она способна выполнять главную функцию — удерживать наши подразделения, не давать перебрасывать, чтобы не было угрозы Одессы. Пока они с этой задачей справляются. Но Одессе ничего не угрожает. Возможно, воздушные удары, но так они угрожают всей стране. Как бы тут единственное место, где куда еще не били, это Закарпатская область, а все остальные было в том или иной степени подвержено ракетным обстрелам. И что с поставками необходимых нам ракет, самолетов, серьезного ПВО? Ну, согласно официальным источникам, Запад подвинулся. Я думаю, после Бучи они подвинутся еще больше сейчас, потому что все выразили определенную позицию. Эта позиция заключается в том, что больше нельзя быть нейтральным и больше нельзя отмалчиваться на просьбы их же народа, а в Европе больше 60% выступает за передачу тяжелого вооружения, игнорировать ее дальше, потому что каждый раз тебе будут вспоминать Бучу и показывать фотографии убитых детей. И ты вынужден будешь, как западный политик, даже будучи абсолютно циничным Макиавелли, ты вынужден на это как-то реагировать. Но как реагировать, мы видим примерно по судьбе Германии, когда они категорически отрицали еще 3 недели назад передачу вооружения, а сегодня публично говорят, что будут передавать тяжелое оружие советского образца. Хотя, например, выборы в Сербии, выборы в Венгрии показывают, что здесь возможны всякие варианты, в том числе и пророссийские. Это сложно. Мир — сложная штука. Геноцид и зверства в Киевской области. Буча, Ирпень. Такое происходило только здесь или это по всей Украине, Алексей? Везде. Я думаю, мы еще ужаснемся тому, что мы увидим в других оккупированных городах. А что мы увидим в Мариуполе, я думаю, может перекрыть и Бучу 100 раз. Какими ты вообще видишь дальнейшие действия России? Закончат наступление и успокоятся на бывших ЛДНР и Крыме или все-таки будут продолжать наступать?
но у них нет сил продолжать. В России было 10 наземных армий, в начало конфликта 8 вошло, сейчас все 10 уже, и последние 10 батальонных тактических групп едут с Дальнего Востока, 5-я армия, все, больше ничего у них не осталось. Они пытаются призвать резервистов, 60 тысяч человек, но это не для создания новых подразделений, а для пополнения уже имеющихся. То есть это такая история, она не подействует, потому что нужна техника, технику снимают с хранения. Как они снимают, мы видим, когда командиры танковых полков стреляются из-за того, что техника небоеспособна. Техника по 30 лет стоит на хранении, та же история, что у нас. Поставить ее на крыло – это полгода, год тяжелой работы в России, которая под санкциями. То есть в любом случае сейчас главная интрига – удастся ли им взять Мариуполь и окружить наших войска в зоне ООС. Потому что Путину надо, при которой очень сильно настроен на самом деле на мирные переговоры, нужно приехать ну, хоть с какой-то позиции, потому что совсем полностью проигравшим он не привык ездить там, где Владимир Владимирович, там же всегда победа. Им нужно либо взятый Марик, либо окруженные наши войска в зоне ООС, но я думаю, что и то у него не получится. Тогда вопрос, что он будет делать? У меня ответ один. Он не сможет проглотить победу, вернее поражение, ему нужно обеспечить себе победу. Эта победа будет внутри Российской Федерации. То есть он, по идее, должен вскрыть заговор среди военных дипломатов и ФСБшников, победить его и таким образом оказаться победителем внутри России, для внутренней российской аудитории. Тогда он заявит что-то следующее. Нас втянули в эту преступную авантюру. Вот эти вот негодяи, 16-20 генералов, там чиновников и так далее. Мы их вскрыли, победили, и теперь будет все совершенно иначе. Что других вариантов не будет. Хорошо, а как ты оцениваешь возможность применения тактического ядерного оружия? Не думаю. Оно не дает никаких преимуществ. А вот санкции, которые сломают экономику России за 3 дня, а не за 3 месяца, дадут точно. И точно дадут вылет из Совета Безопасности ООН. И, в принципе, радикальнейшие уже изменения. Вы посмотрите, какой эффект дала Буча, а теперь какой эффект даст тактическое ядерное оружие, вы только себе представьте. И будет ли позитивное решение в результате переговоров, ты как думаешь? Россияне ведут себя очень конструктивно. Более того, они в проактивной стороне, они просят о переговорах. Я не вижу вариантов для путинской России просто. А вопрос за рамку этого позитивного решения. Главная интрига переговоров – это граница административной Луганско-Донецкой области по административным границам, либо по состоянию 23 февраля. Потому что даже Крым, который они говорили до войны, что он в принципе не обсуждается, уже обсуждают вовсю и говорят, что 15 лет на решение конфликта, возможно, международное управление, бла-бла-бла, уже заговорили. Они подвинулись абсолютно по всем позициям, Украина по всем позициям улучшила. Моя базовая гипотеза заключается в том, что совпадают военные усилия совпадают с политическими. Если бы они не хотели признать ЛНР, ДНР, так называемые, в границах республики, выйти на них, зачем надо было ложить тысячи своих военных в этих бесконечных атаках, которые они предпринимают на наши позиции под Изюмом. Там же поля усеяны до горизонта их трупами просто. Военные присылают кадры, ну даже я, будучи профессиональным военным, впечатлен. Просто завалены трупами и техникой. То есть если они этого не нужно, если они готовы были бы возвращаться на позиции 23-го, не нужно было бы этого делать. Но посмотрим, я не думаю, что у них это выйдет. Дякую, Олексій. Спасибо, Тен. Нагадаю, що це були хроніки війни з Тетяною Поповою. Ми обговорювали 41-й день війни з Олексієм Арестовичем, радником з питань стратегічних комунікацій Офісу Президента України, а також тепер підполковником. Підписуйтеся на нас, підписуйтеся на Ісландію, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого б ще ви хотіли побачити в наших наступних ефірах. Ну і розповсюджуйте посилання на це відео в ваших соцмережах, щоб якомога більше людей змогло побачити цю інформацію. Побачимося завтра.